День освобождения Одессы отметили ветераны боевых действий за границей. Они прошли колонной по проспекту Шевченко к площади 10 апреля. Там воины-интернационалисты возложили цветы. Около 400 ветеранов интернациональных войн со всей Одесской области собрались на шествие в честь Дня освобождения Одессы. Здесь собрались те, которые неравнодушны. Нет здесь равнодушных людей. Все относятся. Это патриотизм, это воспитание поколения. Это еще раз о том напомнить подрастающему поколению, что есть такой праздник. Колонна прошла по проспекту Шевченко до площади 10 апреля. Городу героя Одессе! Трехкратное! Ура! 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 Для нас это святое. Почему? Потому что мы учились на традициях этих ветеранов, этих людей, которые действительно героизм свой проявляли тогда и давали нам понимать, что такое героизм. Под мелодию военного оркестра прошла церемония возложения цветов к стеле «Крылья Победы» в память о погибших при освобождении Одессы от нацистских захватчиков. Праздники наши, которые мы освобождали страну, освобождали город Одессу, мы должны чтить памяти обо всех погибших. После церемонии встреча боевых друзей, привал с традиционной солдатской кухней. Александр Кац, Игорь Казанжи, 7 канал.